Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. И снова добрый вечер, мои дорогие. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобард. И мы сегодня, конечно же, будем... Напоминаю, что у нас есть активация, господа. Кто хочет выпить с нами, я выпью с ним 700 рублей. В донат можно приложить ссылочку на песенку. И неплохо так пропустить рюмочку под музыку. У нас сегодня виски, к сожалению, мой виски пропал. Сложно найти, который я обычно пью, Jameson Black Barrel. Но у нас виски выстояны в бочках от Pinot Noir. Тоже довольно интересный экземпляр. Да, поэтому активируйте, предлагайте вариант. Что-то пить, заодно об этом поговорим. Но у меня, скажем так, околомедицинское вступление. Лучше быть соевым, чем без ног? Ну, не скажите. К 45 годам я узнал, что солнечный удар – это не просто солнышко головку нагрело. Это такие прекрасные ощущения, когда вы ночью просыпаетесь с температурой слегка за 40, там 42 примерно, и на полном серьезе думаете, блин, а на памятнике как лучше написать? Сначала Алкобард, а потом фамилию, имя, отчество? Или наоборот? Ну ничего, за пару дней прошло, но, честно говоря, никому такое счастье не посадило. Блин, да. Кстати, вот эта температура под 40 – это опасная температура. Она уже близка к температуре, при которой происходит денатурация белка. То есть белок, грубо говоря, сваривается, да, и уже не восстанавливается. Эти связи разрушаются в нем, поэтому, конечно, такую температуру надо сбивать. Советую. А все от того, что... Блин, что это с куском? А все от того, что кому-то приперло покосить днем под солнцем, на жаре, пустую площадку в 10 соток вот этой вот каталкой, так, чтобы ровненько все было. Вчерашний день и ночь... Мне, кстати, дедушка так, по сути, умер. Он работал под солнцем и не выдержал организм, его не стало. Были ровненькие, капец. Ну, вроде бы уже все нормально. Хорошо не додумался бухнуть на это дело, потому что думал, что это простудное. Так бы мог бы и скопытиться, честно говоря, потому что при солнечных ударах такого делать нельзя. Но я решил, что все-таки надо начинать, и клин клином вышибают. Клин клином вышибают, поэтому Original Barrels of Lakeland, господа. Barrels of Lakeland. Blended Whiskey, Triple Filtered. Ну, все хорошо, вроде про дубовые бочки что-то написано и так далее, но, если не написано скотч, значит, это что-то местного производства. Скотчи завозные, а тут импортозамещение, так сказать. И далее мы читаем. Я уже подозреваю, кто это будет, честно говоря, хотя вариантов у меня всего два, если честно. Ну, ладно, три. Barrels of Lakeland. Так, состав: висковый зерновой дистиллят, висковый саладовый дистиллят, вода подготовленная, краситель, пищевой сахарный колер простой. Нормально. Срок выдержки не менее 9 месяцев. Ладно. Кто здесь? Вина Курня Нарыч. Ну, в принципе, да, подозрение оправдалось. Но, честно говоря, срок выдержки 9 месяцев – это вообще что? Вы... Как ребеночек за 9 месяцев. Или разродиться? Вы почитали, сколько длится беременность, и это перенесли на бочки, на выдержку или что? Или так сроки поджимали, срочно надо выпустить, бегом, бегом, давайте разливать. Импортозамещение же. Да. Ну, как бы... Очередь не очень большая, там одна активация после этого Гай Анонимус и все, поэтому если есть желание, то предлагайте вариант. К выдержке, конечно, так себе, но в принципе... Или это не активация, или это видео, сынок, я не посмотрел. Это может называться словом виски, если здесь есть хоть чуть-чуть того самого солодового дистиллята. И как я люблю говорить, если по-шотландски... Это активация с музыкой, да. Короче, заказана после этого небольшая музыкальная пауза, и все. Законом его должно быть не меньше 10, то по законам Винокурни Нарыч может быть и 3 капли на ведро. И, в принципе, это прокатит. Это прокатит. Оригинал. Да, оригинал. 9 месяцев – это оригинал. Classic Scottish Technology. А чем Classic Scottish отличается от Classic другой технологии в произведении вискарей, собственно, вот мне хотелось бы это узнать. Ну да ладно, поехали. Ой, ой. Самое смешное... Что-то не очень пошло, судя по всему. Что? Это бормотуха.
что это входит мягче раз в 5, чем пьется. Все, у меня нос уже сразу же заложило. Пахнет оно жестко. Просто жестко. А пьется, в принципе, я, честно говоря, думал, что сейчас вообще что-нибудь со мной случится. Может извергнуться обратно. Так сказать, с непривычки-то. Почти 2 дня не бухал. Но нет. У Twitch админов меч, так как мы претарианцы, а у YouTube сойбоев гаечный ключ, так они сантехники. Все пока. Ну что вы тут такое устроили? Удерживается все пока внутри. И, в принципе, не так и страшно. Разве что некая грусть навевает. Такая вот грусть. Причем не недосказанность, там, не вот ожидание, что-то. Просто финальная грусть, понимаете? Да, нос заложило сразу же этим счастьем. Ну, в принципе, это еще и на цветение всякой фигни может быть, поэтому пофиг. Мне, кстати, когда я много выпью, нос закладывает. Самогон самогоном. Выдержанный на дубовой щепе домашним алкоголиком-самогонщиком 3 дня. Вот по ощущениям это примерно вот так. Хотя бочки у винокурни... Самогоночка. Врач есть. Я интересовался этим вопросом. Они у них есть, они у них действующие, все хорошо. Но что ж так печально-то? То есть что вы туда суете за продукт, собственно? Я даже знаю, откуда эти бочки. И кто поставлял эти бочки на винокурни нарач. Но, блин, ну что же вы туда действительно заливаете, что так испортили бочку? Вторая. Прямо нехорошо, видно, прямо так, только... Да. Мне, кстати, как-то вот летом так же алкоголь заходил, не очень хорошо. Сейчас, кстати, более-менее нормально. Видимо, еще жара влияла на в целом восприятие алкоголя. Мне вообще нравится вот это вот экспериментаторство белорусских заводов. Сделать реально самогон практически, ну не на щепке, конечно же, но такое себе что-то. И выдать это за что-то там. И даже к Шотландии хоть какую-то отсылку ставить. Ну, здесь нету, но здесь Scottish написано. Original, там, классик Scottish Technology. Блин, я бы, конечно, блин, в Беларуси все есть. И вроде бы Джеймисон не уходил. Я бы, конечно, Джеймисона пил. Только так. То есть нету, что это скотч. Ну, а то бы их засудили нахрен по самые уши. Но Original Barrels of Lakeland. На что, озерный край, нароч. В принципе, все нормально. Здесь прям даже вот за это стоит выпить третью. Может быть, на берегу Нарочи. Где-нибудь в марте, в апреле, под дождик легкий такой. Это и закатит. Это и закатит, чисто для сугрева. Но вот так, чтобы наслаждение, нет, грусть усиливается. Грусть откровенно... Напиток для грустных. Усиливается, я вот сейчас честно думаю, блин, нахрен я это сел записывать. Ну подождал бы еще денек, ну. Хуже б не стало. Записал бы другую, а я хотел записывать другую, но, честно, мне то очень жалко, если я запоганю запись, мало ли что, потому что мне за ней придется ехать опять. А ехать я никуда, естественно, не хочу. И решил, что запишу вот это как проходную видяшечку, заодно расскажу, что, ребятушки, если вы собрались весь день проторчать на улице, одевайте какую-нибудь панамку или кепку. Вы знаете, жены всегда вот этим отличаются. Надеюсь, что-нибудь там натяни сверху, что-нибудь голову прикрой. Ну, короче, жены говорят базу. Эти глупости женские свои придумывают. А потом в какой-то момент оказывается, что ну ни хрена не глупости. Блин, как вспомню, аж плохо становится. Ладно, поехали. Я в целом вообще терпеть не могу жару, я это понимаю. Как бы вот от холода немного проще, там можно прикрыть окно, я не знаю, завернуться в пледик, еще что-то в этом роде. Ну, блин, от жары ты никуда не денешься. Нос у меня от нее заложило знатно. Знатно вообще. Причем только сегодня нос нормально задышал. Здесь цвела какая-то фигня, соседи говорили, как это называется. Но, во-первых, оно называлось на местном диалекте каким-то образом. Я уже не помню, что это было, какое-то ржачное слово. Во-вторых, оно уже отцвело. И мне сказали, что вот на это аллергия бывает, прям бывает. Я, честно, не ждал в июне, что может такое быть. Ну и вот, только задышал, и тут я понюхал вот это. Только я хотел вот самое, они затащили меня обратно. Возможно, я это сделал зря. Ладно, запах. Ну, я не буду больше ничего говорить про запах, потому что нового я ничего не скажу. Пахнет это отвратно. Да, пожевая попорка, блин, это вообще неприятненько.
У меня еще какое-то такое странное... Я начинаю просто очень много потеть, и у меня в основном пот течет из головы. Вот из отсюда, и я просто весь мокрый. Это очень неприятно. Ну, пьются, как ни странно, достаточно мягко. Конечно, это рядом со скотчем и близко не стоит. Тут как раком до луны. То есть, да, это, в общем-то, хороший самогон. То есть, не сосед гнал, а нормально гнали, там, хорошо. Даже выдержанный не менее 9 месяцев в бочке, как обещано. Я думаю, и не более 9. Там, как день подошел, в розлив. К внешнему виду, кстати, претензий нет. Внешний вид вполне себе, вполне на уровне. Все, и бутылочка такая зеленоватая. Прям даже хочется взять. Но возьму ли я это еще раз? Нет, конечно же. Как там на фразу можем повторить? Больше никогда. Да. Фух. Вот и еще раз. Вот пьется, оно неплохо. Достаточно мягко входит. Но послевкусие потом. Такая, блин, самогонная отдушка идет, что прям хоть ты плачь, хоть стой, хоть падай. Замечательно выходит. И грусть опять же усиливается. То есть радости нету. Как поддельные китайские воздушные шарики. Шарики есть, радости нет. И, наверное, на этой радостной ноте будем плавно переходить к заключительной, которая будет питься, как всегда, за вас, там, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью, за то, что Винокур Динарыш сделала хоть что-то, что можно пить. Главное, не нюхать тут вот так. Хотя у них есть прекрасный бальзам «Доктор Зелкин», я точно помню. Вот он мне в свое время очень зашел. И что-то еще мне от винокурни «Нарыш» зашло. Вот прям зашло, я даже так удивился, что чуть пить не бросил с дуру. Но ничего, это желание на следующий день к вечеру прошло. По поводу данного продукта, ну, понятно, что я это больше ни разу не возьму, это бралось... Вот... Видите, как винокурня работает, типа, у ней другая цель, она дотационная, она, короче, отводит людей от выпивки. Сегодня, как я называю, проходная видео. Проходное видео, заодно еще раз повторю, не лезьте на солнце без кепки, панамки, а то будет нехорошо. Знаете, что самое хреновое? Если еще при аллергии бухнуть можно, то вот при солнечном ударе точно не надо. И это, честно говоря, навлекает меня на мысли, что я буду слушаться жену, теперь буду слушаться, потому что, как оказалось, говна не посоветуют. На этой радостной ноте мы все-таки это будем допивать. Ну как допивать, то, что здесь. И то не все. Не, я с шампунчиком. Вот даже постояла чуть-чуть, я специально сейчас это время болтал, вот даже чуть-чуть постояла. Та же фигня, вид сбоку. Вот все. Не раскрывается никак, короче. Поэтому поехали и всем пока. Прям его фигово. Да. Я сказал, пить можно? Я ошибался. Я соврал. Хорошо.